Доброе утро. Мама Люда, я могу еда батоном ваги. Да, мы сегодня в садике. Я на так ваги. А где твои перчатки, сына? Я на лапу там искать. Искать надо где-то, да? Давай я тебе помогу. Хочешь? Я не могу а ты не можешь молоток? Да? Да. А он мелко, а то молоток. Пошли кофточку одевать. Мам, где кофта? Ну, я тебе там все положила на диване, на кухне. А? Кофту вот так. Вот так не надо. Мама, где мой кофта вот так? Сейчас найдем. Бери шортики, пошли туда одеваться. Всем доброго утра. Завтрак всех провели. Афанасий поехал в садик. У меня творог со сметаной и кофе с корицей, с молоком. И Антон Сергеевич тоже поехал. Григорий Сергеевич будет гренки с чаем. Так что мы завтракаем и будем заниматься своими делами. Гриша, какие дела? Это в смысле уроки? Ну, там два урока. Да? Обед у нас будет борщик. Здесь уже сварился у меня бульон. Вот такое мясо на кости. Так что должен быть очень даже вкусненький. Картошечку добавила, бульон процедила, как всегда. Сейчас буду все овощи нарезать. Еще сейчас болгарский перчик добавлю. Борщик уже почти готов. Осталось зелень и чеснок добавить. Все, сейчас буду пробовать на соль. Борщ готов. 11 часов у нас. Сейчас уже, наверное, буду Григорию накладывать, чтобы немножечко подостыл, потому что горячий. Он явно есть не будет. Все, красотень. Как же он пахнет, борщец. Гриша уже пообедал. Я чуть здесь не порезался. Так надо туда его уже выкинуть, да, этот стакан. А там, глянь, откололся кусочек вот. И он вот такой прям острый, действительно. Ну, выкиньте его сразу, не парьтесь. Давай. Богему будем выкидывать. Мой любимый стаканчик. Да там же есть стаканы. Так, Григорий, чай делаем? Давай. Я буду обедать. Все уже мальчики мои пообедали. Буду холостиков смотреть. Во сколько-то он начался? А, он только начался, да? Ну, круто. Начало и конец. А я вчера только конец посмотрела, поэтому сегодня буду начало. Холостяк заканчивается. Я тоже тут не сидела. Зря напекла пряников. Вот таких вот здоровских, уже пасхальных. Будем расписывать. Ну, вернее, я буду расписывать. Холостяк, еще пряники. Сделала себе чай. Собрала зефир. Вроде бы мне показалось, что он уже стабилизировался. Сейчас буду пробовать. Жду, пока чай остынет. И буду кушать. Да-да-да, главное все выложить на красивую тарелочку. Красота же. Вот эти завитухи, по-моему, обалденные. Все красиво. Очень красиво. Я, в общем-то, собираюсь, потому что скоро на танцы вести Антоху, решила даже привести свое лицо в порядок. Сейчас немножечко подкрашусь и поглажу ему все вещи. Я уже собралась на танцы, жду, сейчас машина прогреется. Повезу Антоху на танцы, и как раз у Григория 4 урока, буду его уже забирать. Так что ждем. Включаю себе аудиокнигу, сейчас слушаю... уже показывала, да, как перестать волноваться и начать жить. Очень полезная книга. Прям очень. Знаете, прям для всех блогеров, кого там обсирают, засирают в комментах. Очень полезная книга. Для морального восприятия жизни. 10 часов полезной информации. Очень здорово, поэтому если вдруг у вас есть время, я ее включаю, когда готовлю, когда делаю пряники, если вдруг ничего по телевизору интересного нет, кроме дебатов, конечно, вот,
И парочку слов по поводу комментариев еще хотела сказать, что по поводу того, что Афоня плохо разговаривает. Во-первых, хочу сказать сначала, что по моему собственному наблюдению на такие комментарии лучше вообще не отвечать, даже вот на видео, да, потому что у всех людей разное мнение, вот, но все-таки скажу, что я взрослый человек, у меня трое детей, Афанасий самый младший, у меня все дети ходили к логопеду. И что вы хотите сказать, что кто-то плохо разговаривает? Я имею в виду Григория и Антошку. Нет, поэтому подождите, ребят. В 4 года нас посмотрит логопед. Вообще логопед занимается с 5 лет, потому что ребенок должен 20 минут хотя бы слушать внимательно логопеда и повторять за ним то, что он говорит делать. Поэтому подождите немножечко, мы его обязательно отведем к логопеду, и мы это знаем, и без всех этих комментариев. Поэтому, знаете, просто это какое-то, я не знаю, вот о том мы не слышим, то, что Афанасий плохо говорит. Поэтому все будет нормально, не переживайте. Вот. И про то, что там кого-то за это гнобят, а тут мне на моем канале куча лести. А зачем за это, за что гнобить? За то, что у кого-то дети плохо разговаривают? Но это же ничья не вина, этого никто не так не хотел, это такая природа. Поэтому, знаете, так же, как внешность, речь, это мы все не выбираем. Поэтому, не знаю, мне кажется, за вот это осуждать, за какую-то внешность, которая тебе дана от природы, за то, что человек начинает плохо говорить, это сейчас все исправляется, и просто нужно время. Сейчас, если мы Афанасия отдадим к логопеду, во-первых, Афанасий ничего от этого не возьмет и не поймет, и логопеду будет сложно, поэтому я думаю, что мы еще подождем. Потом обязательно его отведем. Да, и по поводу комментариев, которые я удаляю, которые мне не нравятся. Вот выпишите комментарий с целью того, чтобы я его прочитала. Вот если я его удалила, то поверьте, я его прочитала. Вот у вас цель какая? Задеть меня? Вот поэтому я все читаю, все пропускаю через себя. То есть, грубо говоря, вы пришли ко мне домой, насрали, я за вами убрала. Поэтому вот у меня такая позиция. Если она вам не нравится... Ну, у всех разное мнение на этот счет, поэтому как-то так. Все, машина прогрелась, я все сказала, теперь могу ехать. Поэтому, если у нас с вами разная позиция, это может быть, мы все разные люди, все живем, во-первых, кто-то в городе, кто-то в селе. Вот мы совершенно разные можем быть и по нации, и у нас даже могут быть разные жизненные взгляды, поэтому YouTube большой, мир большой, можно вообще выключить компьютер и интернет и жить прекрасно без них, поэтому, в общем-то, все в наших руках. Улыбаемся, это всех раздражает. Все, я поехала. Давай, пойдем. Ну, когда у тебя будет день рождения, иди, готовить. Я тебе поправлю капюшон. Я же не знаю подарок готовить. Ну да. Это я придумала себе. Да это чё? Мы там рисовали такие карандаши, где два цвета прикреплены. А, так бывает, да? Да. Ясно. Надо поискать, что у меня будет. Угу. Это колготки, а мальчиком без. Ты хочешь в колготках? Иди в колготках. Нет. Ну так я же тебе о том же. Давай, переодевайся. Вещи все сразу в сумку пока складывай свои, хорошо? Ну что, мы ужинаем. Да. Афанасий, правда, хотел за вот этим столом поужинать, но мы ему запретили. Да, сына? Тебе сказали за вот этим кушаем. Потому что это настоящее дерево, а там не настоящее. А там бумажное. Бумажное дерево, да. Тут. Да, Афанасию помогаю застегивать, потому что он еще, конечно, вот эту молнию, она очень трудна, да, вот даже мне одной рукой ее никак. Давай, сейчас обувай второй, сейчас я все застегну. Мы сейчас Григория поедем заберем. Да, а вот мы пряники. Пряники раскрыв. Мама, папа, тон, Вика, я пилю на луку.
работу. Она только тут на маме не выглядит. Я перевожу, что мама, папа, Гриша и Антон купили мне новую кофту. Да. Смотрите, там много машин ездит. Да, а вы типа прям попой мой. Афань, что ты делаешь? Что? Она работает. Ну так иди строй, что ты не хочешь. Да ты что говоришь? А сам ты построй и покажи маме. А я думала, ты хочешь с братиками. Мама, не надо. Мама, мама. Тогда поставь вот эту штуку на место. Это дочь этой. А вот это вот, которая... Вот это вот, я возьму с моей. Короче, смотрим кино по второй, да? Да. А вон она дружит. Чего? Кто с тобой не дружит? Он меня видел, он меня... Ну, миритесь. Выкладываю видео на канал. А Афанасий смотрит, какой он был год назад с шариками. Да, вот оно, много шариков. Да, а толстый. А ты толстый был? Да, Камиль. Да? Да. А та толстый. Так, тебе еще надо так сделать? Да. Монтируется еще одно видео за 10 число. Вот сегодня уже 12, я почти догоняю. Я молодец, конечно, с роликами. Сейчас отвечу на комментарии. Мама, я пошел спать, потому что сейчас знаю, вам все будут просто... Мама! 7-2. Ну ничего страшного, потому что надо уметь и проигрывать. Просто не спеши, все думай. В этом нет ничего страшного. Это же всего лишь игра. Даже ты, если и проиграешь, что теперь? В следующий раз выиграешь. Ты же выигрывал уже у папы. Почему? Один раз. Нет, я два. Хоть папа меня 100 раз выигрывал. Но все равно я чемпион Этери. По футболу. Вратарь. Боже, тебе же и помешал. Давай, Антон Сергеевич, нападай. Передачу. Гол. Гол, видишь, уже 7-3. Отлично. Осталось забить всего.